Имя? Уильям Моррисон. Адрес? Дрэк-стрит, 27, квартира 3. Почему ищете смерти? Вы когда-нибудь спрашивали себя, в чем вообще смысл? Это крутится у меня в голове. Ты пытался убить себя 7 раз? 10. С учетом тех, когда звал на помощь. Вам очень повезло. Ура. Я столько раз терпел неудачу, что решил нанять специалиста. Простите, я кушаю. Вы не похожи на киллера. А вам есть с кем сравнить? Киллер не просто человек с пушкой. Мы профессионалы, а не просто убийцы. Я не очень мертва. О, батюшки, простите, миссис Реймон, давайте еще разок. Не умрете к концу недели, мы вернем деньги. Идет. Вы подписали гарантию на смерть. Мне позвонили из издательства, им интересна моя книга. Мы хотим с вами работать. Я подумал и решил все отменить. Мы договорились. Но то было раньше. А как же контракт? Простите, он недействителен. Приятной смерти. Вот черт! Мне незачем было жить. Я искал смысл жизни и, наконец, нашел. Нет! Мистер Моррисон все еще жив. Бежим! В работе, которая касается жизни и смерти, случайностям нет места. Разве бывают киллеры с трясущимися руками? Ты уволен. Покажи ему, что убийственные инстинкты никуда не делись. Самоубийство не такое простое дело, как кажется. Осторожно! Серьезно? Это нелепо. Вот бутерброды и термос чая. И еще держи, может пригодится.